Наконец-то свежий воздух. Huh!
Впереди враги. Так что?
Что случилось с людьми, которые тут жили? Подумай головой, сын. Да, да, подумать сейчас. Так, тут правил злой король-гном. Он заставлял людей охотиться на чудовищ. Сажали их в клетки, а потом... я не знаю. Значит, чего-то недостает. Вернемся в замок? Нет, там больше ничего для нас нет. Но смотри внимательно, ищи других драконов. Вдруг узнаешь еще что-то о короле-гноме. Вот и Тор. Где-то у него должно быть слабое место. Свергнуть бога не так-то просто, сын. Знаю, знаю. Шучу я. Это не предмет для шуток. Прости.
Отец, почему от богов всегда столько бед? Такова их натура. Но у них же столько власти. Почему никто из них не хочет помогать людям? Да, боги сильны, но сеют несчастье. Такова жизнь, сын. Причалим здесь? Знаешь? Хорошо. Одна крабиха однажды начала ругать своего сына. Она говорила ему, что он должен гордо шагать вперед, а не в бок, как он делал всегда. Но она ведь тоже краб. Он мог сказать: покажи, как идти прямо, и я пойду. Да, он так сказал. Вот и вся история. Понял. Я готов к работе. А для сынка? Удачные стрельбы! Опять вы! Да-да, всегда рад. А теперь валите в жопу. Может, еще историю? Уже предыдущей уж точно не будет. Хорошо. Есть история про лесоруба. Он попросил у лесных деревьев ветку для топорища. Деревья, чтобы сохранить свои ветви, дали ему молодое деревце. Лесоруб сделал топор, а когда вернулся, то срубил самые старые деревья в лесу. То, что деревья старые, не значит, что умные.
Ух ты, я еще не видел такого огромного водопада. Эй, вы уничтожили статую? Мы разрушили статую, дух. Значит, моя связь с этим миром прервана, и я отправляюсь на поиски настоящего громовержца. Я отомщу ему. Благодарю вас. Вот храбрец. Отправился сражаться с Тором в одиночку. Он глупец. Что нам оставил дух? Дар одному из богов. Пригодится? Нет. Гнома может быть.
Может, еще историю? Еще одну. Однажды Скорпион захотел переплыть через реку. Зачем? Если станешь перебивать, я замолчу. Ладно, ладно. Скорпион обратился за помощью к жабе. Он сказал жабе, что вознаградит ее, если она перевезет его у себя на спине. Жаба испугалась, что Скорпион ее ужалит. Скорпион заверил, что не станет жалить ее, потому что тогда они утонут оба. Жаба согласилась, но на середине реки Скорпион ее ужалил. Жаба была смертельно ранена. Они оба ушли на дно и погибли. Продолжим в другой раз. Ага. Сюда. Мне как раз было интересно. Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. В чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слыхал уже, не знаю. В Зимсто, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в долгу. Поищите? Если это по пути. На, я все понял. Вы за даром и пальцем не пошевелите, да? Ладно. Если найдете Андвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Вот этот камень приведет вас в шахты.
шахты Велунда за этими дверьми. Можно ведь и заглянуть мимоходом. Как считаете? Материал весьма прочный. С твоим напором денек продержится. До встречи где-нибудь. За работу! Чего тебе, мелочь пузатая? Решил чего? Да и хрен бы с вами. Прочесть можешь? Эти руны означают «внутри смерть». Эй, бро! Мы кое-что нашли! Правда? Очень интересно! Брок сказал, что его друг тоже гном и носит кольцо с зеленым камнем. Ищи, если хочешь. Соберу припасы в дорогу. Ты не поможешь? Нет. Почему? Я не стану. Гном, но без кольца. Один из работников? Следы огня на полу и на стене. Странно, но будем искать. Будем. Но в смысле, я буду.
Там душеед. Если он убьет нас, это конец. Ни Вальхалы, ни Хель, вообще ничего, никогда. Он не нападает. А мама говорила, что они опасны. Значит, будь начеку. Идем. Со временем научишься. Не он. Эй, я думал, тебе плевать. Я просто вижу, что кольца нет. Сын, твои стрелы! Место! Не могу! Место! Прости, я не готов! Кольца нет. Вряд ли мы найдем друга Брока живым, да? Сын? Слушаюсь. Круто! Новая карта!
На руке, приделанный к душееду. Мы узнали, что случилось в Сандваре. Можем вернуться к Броку. Драться не нужно, да? Нет, драться нужно. Почему? Потому что ты этого боишься. Yeah.
У нас сильные враги. Убить каменное чудище. Будь силен, Атрей. Соберись. Ищи слабое место. Понял. Спокойно. Без резких движений. Впереди враг! Это можно использовать! Разве можно убить каменное чудище? Будь силен, Атрей. Соберись. Ищи слабое место. Спокойно, без резких движений. Вперед! Это можно использовать! Отец!
Спасибо, отец. Посмотрим, это ли кольцо алхимика. Зеленый камень. Гномья надпись. Алхимик. Но где остальное? Обратилась в прах. Его убил душеед. Надо отнести это в Броку. Что это значит? Ладно. Эти руны начертаны в торопях. Написано «Игимстейни». Не знаю, что это. Синего спросим. Так теперь тебе интересно. Мы нашли алхимика. Нам обещана награда. Будь готов! Ugh!
Что вы нашли? Твоего алхимика. Прости, Брок. Мы нашли только руку, на которой было кольцо. Там был душеед, и он, видимо, сжег все остальные части. Вы, небось, все равно ждете награду, а? Само собой. Ишь ты, само собой. Мионифракси. Мне надо получше рассмотреть кольцо. Может, Андвари вложил в него немного магии, прежде чем поджариться? Гномы так умеют? А то! Гномы и волшебные камни — это как мухи и свиная жопа. Сечешь аллегорию? Что-то уже не так интересно. Что вы принесли? Тюр был бы в восторге от того, что из этих даров делают доспехи. Ты его знал? Каким он был? Уже не важно. Тюр умер. Не стоит копаться в прошлом. Гном умную вещь сказал. Надо же. Ты часом не сталкивался с неопрятным мужиком твоего роста, который не чувствует боли и говорит как пьяный, хотя на самом деле просто тормоз? Не, ну а чего ты ожидал? Если б я хотел вести дела с асами, открылся б рядом с борделем. Или с бойцовой ямой. Или с бойцовым борделем. Он сказал асы? То есть боги? Нет. Настоятельно рекомендую смотреть в оба. По дорогам нынче рыскает двойная порция мертвяков и всякого недобитого сброда. Мы заметили. Не знаешь, откуда они все берутся? Может, сбежали из Хельхейма. Или Один опять что-то мутит. А может, заблудились, кто их знает.
Спроси кого-нибудь из них сам, пока он тебе лицо отгрызать будет. Не так уж мне любопытно. Так и думал. Чего нужно? Что еще? Похоже, все в порядке. Чего изволите? Что-нибудь для мальца? Ну, удачи!